Приветствую вас на канале Электромен Беларусь. Меня зовут Евгений. Сегодня у меня небольшой обзорчик, отзыв на термосы от фирмы Арктика. Поддержите канал своим лайком и подпиской, ведь я стараюсь для вас. Поехали! Как-то возникла необходимость в маленьком термосе, чтобы очень долго держал тепло и небольшого объема. Компактность была очень важна. До этого я уже имел опыт использования термоса от Арктики, но более большего объема. Поэтому на этот раз купил самую маленькую по объему модель 101500. То есть пол-литровый. Давайте посмотрим на него. Термос с колбой из нержавейки. Внешнее покрытие тоже из нержавейки. Крышка бесклапанная, с силиконовым уплотнительным кольцом. Для того, чтобы налить содержимое, достаточно просто немного открутить крышку. Это, несомненно, большой плюс и экономит тепло. Ведь любой клапан, какой бы он ни был хороший, все равно будет пропускать. На коробке, в отличие от дешевых термосов, изображен примерный график изменения температуры с течением времени. Редко где такое видел, и это, как мне кажется, признак достойного изделия. Примерно такое же оформление мы видим и в случае большого термоса на 1,2 литра, который я брал 3 года назад. Небольшое различие только по комплектации. В большом термосе не было запасного силиконового кольца. В остальном же материалы идентичны. Единственное, в большом термосе внешние стенки дополнительно обработаны молотковой эмалью, которая защищает от царапин, что на самом деле действительно правда. И как вы видите, термос каждый день носится в сумке и трется какие-то поверхности. Его поверхность в идеальном состоянии и без каких-то царапин. Внутри большого нет ни грамма коррозии или потемнения, что я раньше зачастую наблюдал в дешевых китайских термосах, хотя содержимое, которое заливается в термос, у меня примерно одинаковое. В термосе на 1,2 литра две кружки, что очень удобно в поездке. Теперь непосредственно хочу рассказать про мои впечатления о термосах данного бренда. Ничего не могу сказать об изделиях со стеклянной колбой. Они, конечно, в разы дешевле, но я не рисковал и брал с колбами из нержавейки. Да и вообще, исходя из эксплуатации, я скажу, термос отлично держит на протяжении всего дня. Даже вечером, если с утра залил кипяток, вода по-прежнему очень горячая. Мне кажется, это отличным результатом, и это действительно лучшие термосы, что я пробовал и встречал. Если надо будет купить еще один, возьму этой же фирмы и не буду колебаться. По опыту использования большого термоса, а это 3 года, он не потерял своих свойств и по-прежнему очень хорошо держит тепло. Мне кажется, обещанную гарантию в 5 лет легко выдержит, а то и больше. Бренд во всяком случае оправдывает свое имя. Если у вас есть изделия данного бренда, делитесь своим мнением и впечатлениями в комментах. Очень интересно ваше мнение, я также опыт. Спасибо за внимание, надеюсь, мой обзорчик будет вам полезен и поможет определиться с выбором отличного термоса в огромном изобилии рынка. Всем добра и удачи, до свидания.